всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я зайду на мои аккаунты, которых я не был очень много лет. Прям очень много лет. Чтобы понимали, что это за аккаунт. Этот аккаунт я дал моему подписчику ровно 4 года назад и сказал ему: брат, делай с этим аккаунтом, что ты хочешь. И прямо сегодня я зайду и посмотрю, что же за 4 года изменилось на этом аккаунте. И помимо всего этого я покажу не один аккаунт, а у меня их целых 2 штуки. Поэтому, ребята, обязательно прожмите лайк, подпишитесь, напишите комментарий. А мы стартуем! Да, что смотришь? G21S надо? Конечно, надо. Прямо сейчас первое. Прожми лайк и подпишись на мой канал. Во-вторых, напиши либо хороший комментарий. Плюс твой ID. И третье, самое главное, буду проверять. Посмотри все видео от начала до конца без перемоток. И это замечательный G22. Next трек может быть твоим. Ну а мы переходим дальше к обзору аккаунта. Ну что же, уважаемые подписчики, давайте смотреть. Я на этом аккаунте играл очень давно, я вообще ничего не помню, что тут и как. Давайте прям сейчас быстро посмотрим. Я вижу то, что в 5-м сезоне элита, то есть этот аккаунт до сих пор живой. Обалдеть! Значит, я этот аккаунт подарил тому, кому надо, потому что мой подписчик до сих пор на нем играет. В 4-м сезоне тоже элита. Оля, так он... Киберкотлет оказывает. За что у нас по союзничкам, а? Мастер, мастер, мастер! Мать моя женщина, роди меня заново. А что у нас в общей статистике? 1500 часов и 5,5 кд. Это что означает? Хэштег непогано. Да ты шо, сладенький ты мой. Киберспортом попахи, слышите? Запах киберспорта. Стоп, или это я пукнул? Надеюсь, не киберспорт. Давайте посмотрим, как он играет. В 3 кд, сюда на базу. А как он играет тут? А? Тут как он играл? Ой, блин, тут играл плоховатенько. А тут как отыграл? Тоже на первом месте. Значит, я отдал аккаунт тому, кому надо, потому что парень на первом месте. Красавчик, брат, красавчик, вот. Переходим в клан. Вот тут будет самое интересное, потому что я был в шоке. Это клан RGG. Если вы не знаете, кто такие RGG, это самый сильный клан в мире. Это настоящие киберспортсмены, действующие команды, которые ездят на все турниры и катаются по всему миру. И вы просто прикиньте, мой аккаунт в этом клане. Обалдеть, я грибу Алибабу. Я, если честно, прям в шоках. Что же пишут на этот аккаунт в личное сообщение? Давайте читать, давайте читать. Привет, я тебя видел. Давайте напишем, привет, я тебя тоже. Ха-ха-ха. Привет, я твой подписчик. Давай дуэль на 5 голды. Поезжи, прими его 1 на 1. Короче, как я понял, все мечтают поиграть 1 на 1 с этим парнем. Ну что же, ребята, давайте мы прямо сейчас перейдем в инвентарь. Но самое интересное, я вам скажу только одно. Когда я отдавал этот аккаунт моему подписчику, на этом аккаунте был всего лишь один нож. Что же на этом аккаунте происходит прямо сейчас? Давайте смотреть. 3, 2, 1 и... Ровно 4 года назад, 1500 часов, клан RGG. И... Я гриболи бабу! 24 косаря! Что? Ты что, мой, ты маленький? Так, ребята, у меня вопросик к вам. Слушайте, это мой аккаунт или аккаунт подписчик? Ну, типа, я вроде ему искал, да, играй, но вроде это же мой аккаунт. Хотя ладно, ножки, ну что я такое говорю? Конечно, это его аккаунт, я ничего себе брать не буду, вы даже не думаете. Мне просто интересно посмотреть, что же поменялось на моем аккаунте за все это время. Давайте смотреть. Знаете, что не поменялось? Это пароль, потому что я зашел по тем же самым паролям, который был 4 года назад. Давайте смотреть. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар перчаток. Ой, серьезно? Ой, серьезно? А, стоп, не 6, 7, 8 стилетов. Керамбит Голд! Про 2. В такие моменты обидно то, что я не скамер, потому что керамбит голд, знаете, что стоит? Он стоит 90к. Стилета. А что за паттерн? Ну, паттерн дефолтный, но тем не менее, стилета очень-таки прикольненький. Бля, сколько ножей, сколько всего. М40 монстр с 4 арканами. Что? Обалдеть. Вот это тут скины. У меня просто нету слов. А Кэр Дрэгон? Что это вообще за наклейка? Какая-то ветеран 2003 года. Это что за наклейка? Вау. Что? М-спорт в 2? Я когда давал этот аккаунт, он стоил 1003 голды. Сейчас он стоит 1200, наверное. Обалдеть, вау. Братва, кто бы присел бы на этот АВМ спорт, плюсьте комментарии. Аля, какая сосочка. Я бы вдув. Так, поехали дальше. Смотрим, P350 Blizzard. Ну, кстати, тоже наклейки, ну прям солиденькие. Хэштег непогано. Desert Eagle Dragon. Дядь, ну что я тебе могу сказать? Ну, Базар Азир, дел, конечно, крутой. Но не прям самый крутой. Ну,
типа, учитывая, какой у тебя нож, то что у тебя киргул, тестер Ил мог взять и получше, сладенький ты мой. Так, погнали дальше, смотрим. Тут пошли рарочки, тоже ничего интересного нету. Дальше, MP5 Space Blaster. Это что такое? Это какие-то рарки вонючие, которые стоят по одной голде? Фу, пыль! Вау, MP5 Вектор, та ты что, вот это имба! Вы меня часто спрашиваете на ТПК, где взять бабла? В смысле, где взять бабла? Булдропщик, знаешь, какой проектищик? Так вот, братан! На него можно поднять топовый дроп. И помимо того, что можешь поднять топовый дроп, ты можешь еще ее поднять совершенно бесплатно, потому что там есть булпасик, там есть ивенты, там куча разной халявы. А вообще, по моему промику, который ходит снизу, скрепил на комментарии, знаешь, ты получаешь халявную голдишку бесплатно, дядь, на халяву. Поэтому, братик, не теряй время, вводи промик и становись богатым таким же, как я на ТПК! Тогда тебе не придется заходить на старые аккаунты и искать в них какую-то голдишку. Ха-ха. Вот это тут скинчики. Мне очень интересно посмотреть, а есть ли тут какие-либо наклейки. Аркана! Бля, можешь приклеить. Можешь приклеить. Блин, ладно, не буду приклеить. Ладно. Ладно, ребят, так вот ты мой. Все, я ничего не. Я просто зашел, посмотрел и вышел. Я, Гарис, я нормальный человек, поэтому мы тут ничего ломать не будем. Тут пошли у нас эпики, тут пошли опять рарочки. Пошли граффити паки. Ты что, какая красота! Бля, может один распакуем? Ну, чуть-чуть так хочется, мужик. Я понимаю, что это не мой аккаунт. Но он же когда-то был моим! Я распакую, все. Это будет наш с вами секрет. Брат, я знаю, ты смотришь на видео. Если ты против, я тебе дам всю голду. Родной, не переживай, всю голду отдам. Брат, ты сам знаешь, просто так захотелось. Я не смогу держаться. Бля, ну вот играть в типак я уже трогать не буду. С Леон Лорд. Но в принципе и все. Что мысли по поводу этого аккаунта? Хэштег непогано. И сейчас вам скажу, сколько же он стоит. Барабанная дробь. Цена этого аккаунта. Ну, вот так вот, ребята. Это мой аккаунт в прошлом. Ну, а прямо сейчас я зайду на мой еще один аккаунт, на котором я не был очень много лет. И этот аккаунт на 100% мой. Погнали на него. Ну что же, ребят, я прямо сейчас я захожу на мой второй аккаунт, в котором я не был тоже несколько лет. И знаете, что самое-самое интересное? Этот аккаунт полностью мой, то есть все, что в этом аккаунте будет мое. И я реально забыл, что же есть на этом аккаунте. Ну что, давайте смотреть обо всем по порядочку. Как только я зашел, я получил шилд. Это очень даже хорошо. Ну что же, давайте перейдем ко мне в профиль. Знакомьтесь, это мой профиль. В пятом сезоне 0 игр. В четвертом сезоне тоже 0 игр, потому что я на этом аккаунте не был очень давно. И в третьем сезоне тоже 0 игр. И во втором сезоне я уже играл на этом аккаунте. То есть это было миллиард лет назад. Тогда еще динозавры бегали и трава была зеленая. Как же это было давно. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо сейчас подпишись на мой канал и прожми лайкусик. Что же у нас по союзникам? Тоже все по нулям, все по нулям, все по нулям. А во втором сезоне союзников не было. Поэтому я на этом аккаунте в союзники ни разу в жизни не играл. Давайте теперь посмотрим, что же мне пишут личные сообщения. Очень интересно, что мне пишут, потому что я на этом аккаунте не был очень, еще раз, очень давно. Поэтому, мужики, с вас лайк, подписка. Мне просто парень написал ку! И все. Моя ты пусечка! Муа! Привет, пупсик! Привет, я твой фанат, но ты меня не заметишь, но знай ты лучше, как же это приятно! Мне даже не кента ПК! Я люблю моих подписчиков! С подписчиками двор бьем пар надо! Да, я адекватный, но у меня есть небольшие отклонения. Ну ладно. Что у меня по клану, а тут... Мама, дорогая, это что у меня за клан такой ноунейм? Ёпсель, мопсель, штаны за 40 гривен. О, пацаны, а давайте посмотрим историю матчей, это будет очень интересно. Ну а по истории матчей последний раз я играл в 2020 году. Как же это было давно! И как я играл? Ой, да ты что, на первом месте, 1,5 кд, киберспорт не пропьешь. Тут, ну, а что у меня 0 кило? В смысле 10-3? А, у них софтер был в команде, прикиньте, ребят. Уже тогда были софтеры. Опять на первом месте, вы посмотрите. Кто папа? Ух, кто сыграл 6 кд? Или сколько? А, 8 кд. 8,5 кд. А так, учились, пока папочка жил. Так, ну что, ребята, прямо сейчас мы перейдем в инвентарь и посмотрим, что же у меня тут есть. И... Rival Cases, да, я гений, обалдеть, а сколько они стоят, а ну-ка, 400 голды, а у меня и тут сколько, да у меня их тут штук 200, обалдеть, это 80к голды, но я их продавать не буду, я буду ждать, чтобы они подорожали и стоили еще дороже, вот это имба, и это мой аккаунт, то есть тут абсолютно все скины мои, да ты что, класс, я могу сделать с ними все, что захочу, захочу прямо сейчас, взял один Rival Cases и открыл, я могу себе это позволить. М40 Бигл. Ёпсель-бопсель. Ты лучше мне
скрывал, блин! Так, давайте посмотрим, что же у нас находится под райвел-кейсиками. Мне очень интересно. Райвел-кейсики, как же их много. Слушайте, мне кажется, что их даже больше, чем 200 штук, да? Рейнбоу-скирпаки! А зачем я покупал хотя бы рейнбоу-скирпаки? Вот это я вообще не выкупаю. Зачем я покупал рейнбоу-скирпаки? Моя твоя, не понимать? Окей, понял, принял. Так, смотрим дальше. Как же у меня много всего, я богат! Вы даже не представляете, насколько же сильно я рад. Ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик. И тогда я подарю кому-то из вас, помимо GTOS 2, подарю еще Rival кейсичек. Вот так вот, мужики. Обалдеть, как же у меня много Rainbow Sticker паков. Зачем я их купил? Наверное, я когда-то думал, что они выйдут на рынок, и я их закупил. И, к сожалению, они не вышли. Прикиньте, я уже 4 года назад думал, что Rainbow Sticker пак выйдет на рынок. Но они-то не вышли. Вот чем рофл-то, понимаете? Вы купаете рофл? Не. Обалдеть. Скорпион бокс, я хочу его открыть. Его уже удалили, его уже нет в игре. Вот это имба. А прикиньте, Шаркан выбил. А, есть пилайн, ха. Ну кто бы сомневался. Хэштег дефолт. Листаем дальше. Ну где там уже что-то интересненькое. Давайте, ребята. Фамбум, нормально. Фамас Денджер статрек, нормально. Я, конечно, извиняюсь. А где мои дорогущие арканы? Я уверен, на имя по-любому есть. Где моя богатая жизнь? В смысле наклики? Да кому эти долбы наклики вообще нужны? Так, ребят, лажа. У меня есть фурия-скейсики, да! 800 голдишки, что? Как же это дорого, у меня их сколько? 1, 2, 3, 4, 5. У меня опять пошли райвел-кейсики. Дайте я протру глаза, мне плохо. Хэллоуин чарм паки, которые сейчас стоят по 2600 голдишки. Вау, что? Я богат. Вы даже не представляете, насколько же я богат. О, дробашник романсер, UMP-45 бист. О, вот и, кстати, очень крутой брелок. Давайте я сниму, посмотрю, сколько он стоит сейчас. Блин, я сейчас не смогу его даже найти. Брелок, ты где? Сейчас надо будет найти брелочек. А вот он, чиби. 58 голдишки, человек дешево. Раньше стол дешево, что сейчас, ну и лажа. Так, ребята, идемте дальше. М16 Винджет, Origin коллекция. Каждый из которых стоит по 500 голдишки. Импа. Я очень сильно рад. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и прожмите лайкусик. Вау, вот это скинчики. Вот это импа. Я не верю своим глазам. И это все мое. И, ребята, если вы хотите получить лично от меня кучу крутых скинов прямо в эту секунду, прожмите лайк под это видео. Обязательно подпишитесь. Подпишитесь на мой телеграмчик. Там я раздаю промики и показываю, что у меня там происходит вообще в жизни. Поэтому, братва, подпишитесь на мой ютубчик, на мой телеграмчик, прожмите лайкусик. И самое главное, напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Тен АПК, ваш сладенький пупсик. Всем удачи и всем пока-пока!